Всем доброе утро, всем привет. Всем доброе утро. Доброе утро и приятного аппетита. Угу. Так, у нас папуля на работе, как всегда. Мы проснулись, приготовили себе завтрак. У меня сегодня бутерброды с красной рыбой. Вот, Уляна приготовила сама, кстати. Угу. А, яйца себе пожарила. Запивает соком, молодец. У меня, конечно же, кофе. Смотрите, какая огромная пенка. Хочу добавить туда еще сливки. Жирненькие. Вот. И баттерскотч, нами полюбившийся. Все. Ну вот это идеальный завтрак. Для меня так точно. Ну что, будем завтракать, да? Угу. Давай обсудим наши планы на день. В планах, Уляна, шарики, наверное, убрать надо, да? Угу. Да. Те, что сзади тебя, а те, что сбоку, да? Они так полуздутые уже. А еще... Хотим поехать в парк с нашими родственниками. Сегодня готовить, наверное, ничего не буду. Сегодня такой день отдыха, релакса. Еще уборка. Давай завтра. Завтра ты хочешь? А, точно. Угу. Если время будет. Так, доедай, давай. Так как мы собираемся в парк, и прогулка у нас будет не короткая, надо приготовить, я думаю, перекус. В общем, у меня есть все ингредиенты, чтобы приготовить вкусные сэндвичи. Вот хлебчик наш любимый. Разными отрубями. Вот куриное мяско, специальный сыр для сэндвичей и листья салата. И поджарю хлебчик на гриле. Я думаю, будет вкусно. Такой будет перекус. Так, положила я хлебчик. Положим мяско. У нас еще есть и соус. Специально идет к сэндвичам. Вот написано. Но он немножко островат. Вот, поэтому я добавлять его сюда не буду. Вот. Просто мяско. У меня есть сыр. Положим. Как вкусно. Листья салата. Ну что, я думаю, будет вкусненько. Сейчас хочу это сэндвич на гриле еще поджарить. Вкуснятина. Сыр расплавится. Будет вкусненько.
мы только что покушали, но я хочу уже вот этот сэндвич. Так, у меня уже 4 сэндвича и осталось еще 2 кусочка. Не знаю, как правильно. Какая очередность должна быть в моих ингредиентах. Сейчас все на гриль отправляется. Значит, вот что получилось, мой результат. Я еще, правда, добавила туда и белый сыр. Вот, чтобы было, может, вкуснее, я надеюсь. Значит так, в планах обмотать каждый кусочек пищевой пленочкой. Положить в сумку-холодильник водичка и деткам сладкую воду. Мы уже собрались. Я заехала на заправку. Ульяна со мной. Вот, едем сейчас к родным. Мы, правда, не знаем, куда мы поедем. Вообще, я думаю, в этой ситуации все равно, если цель, время провести просто вместе. Вот. То ли, ну, в общем, куда-то поедем. В общем, мы находимся в нашем городе, в городе Редир. Приехали мы в такое замечательное место, называется... В общем, это как написано фарм-музей, музей, ферма-музей. В общем, как-то так переводится. Вот. И первое, что мы видим, вот там Ульяна, наши родственники. Вот, ослика. Ну, я думаю, это деткам интересно. Так, всем привет-привет! Привет, Кирилл. Ух ты, маленький! Я такое вижу впервые. Класс. Класс. Данте. Ничего себе. Как тебе не стыдно? За 62 года ты никогда не видела. Век живи, век учись. Мне 26 только. Класс. Ну да, тебе 26. Вообще такой сладкий. В общем, маму зовут Дикси, не знаю, кто это, он, она, Брук, рожден 20 июля, совсем малипусенький еще. Так, конячка маленькая, детская площадка, там можно сидеть, перекусить. Так. Здесь, конечно, какая-то волшебная энергетика. Мы только зашли, и нам все здесь понравилось. Такой какой-то колорит. Привет! Смотрите, какая курица интересная. Обалдеть. Там они живут. Курица шикарная, конечно. Так, дальше у нас мы видим кролики. Смотрите, какие милые. Ой, ну вообще класс. Пушистые, беленькие.
Гли-гли-гли. Гли-гли-гли-гли. Короче, вам не видно, но там сидит в загороде индюк. Не знаю, как правильно на русском. В общем, он там есть. Я их еще с детства не люблю. Так, поросенки. Смотри, какие хорошие. Интересно. Пиги-пиги. Волшебные звуки. Класс. They've never grown into красивые me. Такие. А здесь что? Ух ты, телята. Телята. Привет. Класс. Хорошие такие. А здесь козочка. Привет. Скажу вам по секрету, я выросла вообще в селе. Вот, и вот эта вся дичь, она мне близка, конечно же. Вот. Смотрите, какая милота. Милота одна. Козлята маленькая. Дети наши зависли здесь. Конечно. Да? Хороший, правда? Дебри, дебри, дебри. Ты хороший. Дебри, дерби, дерби. Здесь только есть один минус, здесь очень много вот этих. Кого? Ну, стрекоз. А ты что, а не я боишься? Не видела, а я не видела. Они вот возле этих. Короче, где-то там... А, вижу, все, летают. Вот. Да, оу. Они страшные. Класс. В общем, как-то так все это выглядит. В общем, интересно, правда? Так, я сейчас нахожусь в одном из зданий. Здесь все собрано, что было когда-то. Самая интересная часть, конечно же, вот это. Плита. Стиральная машина. Кто помнит? Так, холодильник. Что у вас было? А, у нас тоже было такое. Три, два, один. А вот это крутишь. Ага, ага. Стой, стой, давай, давай, стой. Вот так. Давай. Смотрим на лица. Давай, 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 давай. Интересно, да? Давай новую попробуем дырочку. Чего здесь так много стрекоз летает? Я не пойму. Блин, первый раз вижу в одном месте столько стрекоз. Интересно. Интересно. Деревянный домик. Ух ты. Ого. Так, какая-то мастерская или что? Грубка. Кожа. Шкура чья-то. Кстати, в Канаде очень популярны вот такие штуки. Я не знаю, как они называются. Мне кажется, зимой... их использовали зимой когда-то, очень-очень давно. Это такой антиквариат. Куча всего интересного. Еще одна живность бегает здесь, пасется. Такие хорошие. Класс. Ух ты! Видно, что их стригут. Вот, боже, какие они красивые, смотрите. Черные ножки, мордочка черная, да? Это сегодня день такой интересный. Смотрите. Мимишность у меня сегодня на канале. Привет. Ой, они играются еще.
такие классные. Сюда иди. Ух ты, тут даже в обоях все. Это современная миксер. Ничего себе, современный? Да. Короче, сюда иди. Да. Антиквариат. Ух ты! Интересно, когда? Массажер? Да. Класс. Види, а? Массажер. Да. Это зал. Так, швейномашинка. Сервант. Блин, такое все интересное. А это современная печка. Группа, да. Диван. Вау. Видишь, Юляна, как раньше жили? Ну что, а тут что-то есть? Там день рождения. А, хорошо, все, заходим. Боже, тут же еще день рождения. А вот там вообще железная кровать. А это, ух ты. Что я хотела сказать? Что? Что-то забыла. Посмотрите на эту куклу. На эту привидение. У меня такая внутри. Большая была кукла. Фу. Есть? Да. Фу. Да. А две такие большие. Серьезно? Да. Залазь, попадешь в другой мир. Ах ты, не хочу, спасибо. Тебе и здесь нормально, да? Да. Ух ты. А вот здесь еще самое большее мне нравится здесь вот эти обои. Мне не нравятся куклы, потому что они выглядят страшные. Страшные? А ну боже, и там кукла. Покатаем. А вот здесь смотрится самое интересное. Что там, носки вязать или что? Подожди. Газету и еще вот так и укачивать. Да, кресло-качалка. И кормить, и еще вот это. Да. И еще плетать. Да, вообще супер. Сундук классный. Это сундук? Да. А это сундук для шляп. О, а там есть шляпа? Посмотри. Нет. Да. Жалко. Все, спускаемся. Обои мне понравились здесь. Интересно, шторки красивые. Так, зашли еще в старенький магазинчик. Вот. У меня еще, кстати, макомолка есть такого плана, такого вида. Ничего себе. В моих родителях тоже мясорубка такая была. Вот. Так все интересно. Немного ностальгии. Где-то там вдалеке пробивается. Так, ну и вот эта часть мне самая больше понравилась. Вот эта машинка крутая. Так, ну я же права. Все, поехали. У тебя же права. А вдруг я не открою? Классная машина. Блин. Так, не Кирилл. Так, ну что, понравилось? Да, очень. Да, такое интересное место. Мы здесь впервые. Вы тоже, да? Угу. Да. Сейчас едем в парк. Вот. В какой? Там Бауэр Понс называется. Да, там тоже. Перекусим сэндвичами. Да? Угу. Мы там, походу, с Ульяной катались на коньках. Ну когда-то, да. Угу. В общем, мы сейчас вам все покажем, да? Угу. Так, мы уже на месте, мы приехали в парк. Парк называется Бауэр Понс. Вот. Один из самых красивых парков в нашем городе. Привет. Угу. Дай сумочку, ручки вытрем. Да никто не съест твой. Ой, ты, блин, я боюсь, я угрыла. У тебя аж попка оранжевая стала. Боже, угрыла. Как, я сама не очень. Лена, ты снимаешь? Надо было поснимать. Это я не вырезать. Ладно, не вырезать. Давай. Это скрытая камера.
Так, после вкусного перекуса собираемся покататься на вот такой классной штуке. Вот. Первый пошел. Так, Ильяна, осторожно. Семья в сборе решили покататься на катамаране. Что, страшно? How are your guys' seats feel? How's yours? Do you want to be farther back? No, I didn't think. Yours? Oh. Yeah, a little closer. Alright, try that? No, okay. Yeah. Good, or one more still? No. Мы на суше. Идем теперь за мороженым. Ты какой будешь? Я не знаю. Какой будет, правильно? Я не знаю. Ответ правильный. После такого активного дня захотелось нам суши. Вот роллы, суши. Наш выбор пал на вот этот ресторанчик. Будем в нем впервые. Вот посмотрим, вкусно здесь готовят суши или нет. Любимый пришел с работы прям сюда. Всем привет, друзья! Привет! Так, что мы заказали? Сифуд суп, да? Супчик с морепродуктами. Да. Это вонтон. Уда? Ну, сифуд. Вонтон? Вонтон. Удон. Удон? А, удон. Где-то сифуд. Так, там тоже. Да? Удон. Вот эти роллы самые обычные и вкусные. $6 Сказали. Здесь самое дешевле, чем другие. 8. Да нет, да. Мы... Там дороже. А у тебя что там, с курицей? Нет. Да. Вкусно? Так, все, друзья, отужинали или отобедали, ну, такое, короче, непонятно, было классно. Для нас был новый ресторанчик, суши, маки, таке. Ну, не так, а, ну, таке. Ой, садись. Называется ресторан таке, суши, ну, таке. Вот. Сейчас мы на мойке, я быстренько свою машину за лето все-таки надо помыть. А то там и жуков уже на бампере, и на стекле, и везде, и на лобовухе. Сейчас немного откиснет машина. И все, поедем мы домой. Буся будет убирать, любимая будет делать видео. А я... почитаешь. Что-то почитаю, поваляюсь. А я буду... О, я посуду помою тут же. А там нет.
Нету? Там немножко. Нужно не мыть. Мне повезло. Поэтому на этой везучей ноте мы будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел нас до конца. Всем пока. Пока-пока.